средняя безопасность колонии. Контрразведка плюс 7, вообще плюс 12. Ну так типа неплохо надо. Ну, видимо, это сканер тот ДНК строит. Но его надо строить. Он стоит много на планете. Космопорт плюс 5 принес, это тут по 3 съедает. У нас космопорта тоже нет. Эта система космопортов давала не по 5, а там, допустим, подпрыгивала до 50 с планета там. Хотя бы 15, 25, 35 какие-то там могу давала. Функции. Будем колонизироваться вот тут. Это прибыл корабль. Среднеземной компетентный ресурс. Но компетентный это в основном имеется в виду, что есть у нас глубинная топочка. Ну и так неплохо. То есть он где-то будет как средний, даже выше среднего. Конечно, мы не чтобы он был богатый. А тут вообще карликовый. Ну карликовый океан ему где-то в Атарии. Микроса. Ну или микроса можно считать, что мало, да, средний тоже. Денджер. Виду планеты вполне рентабельно. Вот геологоразведка стоит 240. Сразу так экономим. Сейчас мы. Впрыгнем. Переселенцы. Туров. Мы сразу в исследование вкидываем. 15, да, ну дороговато. Это приземном, то есть надо. Покупаем разведку сразу. И все. Гидропоника. Биосферы. Ну то есть догонять. В развитии сложнее. То есть пока не все это или покупатели что-то, или население больше сюда присылают. А так маленькие планетки, например, там старт был бы не такой, а там с маленьких планеток, ну там 5-7 населения на крупную крутую планету. Где уже произошел терраформинг, кто-то впрыгнул с тундры, там, а там уже океане, тогда там много населения. 16, население тогда уже развивает. Ну там еще ничего нету, надо то есть ставить такие разведки, там глубокую добычу. Ну смотри, что робофабрика может быть там. Биосфера развивать, и население увеличивается, увеличивается размер планеты, и тогда они могут тоже таких новых микрос там наколонизировать в округе каких-то. И тем помочь, например. Или найти какую-то сверхбогатую систему, она может, допустим. Ну, планета, она токсичная быть. То есть антитоксик провести, то за биоформ. Так, Фьерос. На шуму куда он полетит? Он полетит, скорее всего, что в этот. Мандалорин. Но Фьерос много отдал. Маленькая земной бедная. Ну, тянем время, чтобы под гравитацию, потом на гравитацию кого-то там переключим. И тем более население на какое-то перебрасывать. Ну, Долориан до 20 может расширить.
На 4 тура еще потом добавим кого-то там в Terraform. Место. Ну коллайдер-то не долго мучает. Денег дать надо зачем? Но тут океанические и земное, они быстро, но тут скорее место, это хоть написано земное, то как-то заповедно, что это океаническое. Что они продвигают. В Зерконе. Да тур, 6 тура мы не будем ждать. Нормально. Подсократило и хватит. Это и сюда перепрыгнет в этот момент. Тут 4 тура будет. И через 4 тура вернем кого-то или парочку. 7 тура непонятно, тут он был. Куда он полетит, этот корабль? Мы не знаем, поэтому 6-7 туров ждать. Но этих есть, хватает, но нету. Гнезд на свете. Но не Юкс, это туда будут переселять. В Осе. В Осу. Где Ерос? Ерос Мандалориан. Технически. Тут достаточно много населения. Но он тогда ставит со столицей. Потому что получается, если так вот, ну, смотреть, что Мандалориан вот этот большой болотистый, так он станет на классом выше там. С болотистого тропических будет получиться. Ну, то есть полурай такой. Полуэдем. Ну тропики что. Это тоже засушливо может быть. Но он еще развивается. И тогда планета вот Фирос будет поддержана. И кинически богатой. Ну что тут еще есть планета, можно создать планету. А вместе много планет можно, но это очень огромные деньги там затратить. Высокая гравитация, надо одни антигравы поставить там. Ну, неизвестно, сколько он стоит. Ну, 1,5 трила, 1,5 до 2,800. От размеров планеты, чем огромнее, тем, наверное. Более стоит. Все равно богатый, токсичный. Ну, этим можно заняться, но он... Это если население, перебор населения, чтобы кинуть в карлик такой. Ну, 3 достаточно. Купить антитоксик и пару терраформингов. А терраформинг не за деньги. То есть он время просто будет мотать и население. Ну, надо же провести, произвести этот корабль. Колонизатор. Ну, здесь биом лучше на столице, на Фьеросе, океанический. Но земной считается вроде выше даже. Ну, непонятно. Накинчески это достаточно хороший. Из крутого класса. Даже в своем классе. Ну, в своем... Кто там еще есть? Ну, тропики это как демон, скорее даже. Может, даже лучше океанический. Океанический это... Просто как бы 4-го класса, но он базовый. Как бы. Ну, аватария. Вот океанический. Здесь что? Земной, низкая гравитация. Ну хорошо, тоже 10 юнитов населения. Справиться с гравитацией трохи поднакачнуть. И терраформинг даже не будет. А токсик, северопедный токсик маленький. Он... Ну то есть когда много планет, ее уже некуда впихивать. А тут вообще все радиоактивное. Маленькие радиоактивные, бедные.